Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 28 марта 2022 года, в сети интернет я встретил информацию, что турецкие спецслужбы сообщают, что 25 марта 2022 года Армения направила 4 самолета Су-30 в Украину для поддержки российской стороны в войне против Украины. Армяне утверждают, что эта информация не соответствует действительности, но я склонен верить ей. И лично считаю, что 90% того, что Армения реально направила 4 самолета Су-30. А вы как считаете? Могло быть так, что уже армяне участвуют в войне на Украине. При этом самолеты Су-30 были с пилотами армянами. Не просто техника, а и живая сила. Вот как вы считаете, как вы оцениваете эту информацию? Может быть такое или нет? Если украинская сторона собьет самолеты этих армян и подтвердится это, можно сказать, что уже три страны против Украины. Это Беларусь, Россия и Армения. Напишите в комментариях ваше мнение.